Так, я буду голосувати. Буду. Так, я піду на вибори і буду голосувати. Навірно, я буду. І що, хоча до сих пор ще в роздум'ях. Чтобы бабушки не сделали наш выбор, а сделали более сознательные люди. Для мене це важливо, принципове питання, як для громадянина України. От, як же можна не проголосувати? Це від нас теж багато чого залежить. Ой, ну як, треба ж змінити якусь країну, що то хоча б краще вже. Якщо я голосую, я, по-перше, сам для себе уявляю, що я хочу бачити в наступному парламенті. І все ж таки, жоден голос не повинен попасти додому. Я вважаю, що не стоїт закритися вдома, типу, як моя хата з краю, нічого не знаю, треба все одно голосувати. Ну так, зайняти якусь позицію. Да, хоч якусь. Ну, якщо кожен буде так розсуждати, що копійка гривню береже, все починається з одного голосу. Ну так, тобто, якщо кожен чоловік буде думати, що типу, от мій голос нічого не рішає, то так, звісно, ситуація в країні не особо зміниться. Полагаю, або сподіваюся, що це якось повлияє на будущее нашей Украины. Ничего, без моего голоса будет все погано. Мне важно, кто будет репрезентовать украинский народ в парламенте. Для начала надо будет посмотреть полностью все списки, которые придут, потому что реклама, которая идет по телевидению, по радио, это понятно, это соревнование финансовых потоков. Склоняюсь больше до народного фронта. Порошенко. Выбираю между самопомощью и Гриценко Ромасю. Ну, мабуть, как партийный самопомощь будет голосовать. Буду, да, голосовать за самопомощь. По самопомощь, потому что, ну, во-первых, их садовое достаточно хорошо излагает свои мысли. У нас мало таких людей, которые хорошо излагают. Даже Юлия Тимошенко может быть как-то вот обратить в ее сторону внимание. Или же совершенно радикальный политик, который из старых, но из новых рожков. За Порошенко, да. Не вижу особо достойных. Вы как-то политикой занимаетесь, кроме как голосуете на выборах? Нет. То есть, если они не будут выполнять ваши обещания, будут вести себя как предыдущая власть, вы будете что делать с этим? Ой, а что мы же сможем сделать? Так, я президент громадской организации. Кроме этого, политической активностью не занимаюсь, к сожалению. К сожалению, или может быть, к счастью. А если не будут выполнять? Вот вы проголосуете за какую-то силу, а она будет делать совсем не то, что обещала. Что будет делать? Ну, в этом плане у меня воззрение регрессивные, то есть я полагаю, что один человек, один в поле, действительно не воин, то есть нужно объединяться, и только в этом случае, только если объединившись, можно решить даже большую проблему, пусть частично. С кем вы будете объединяться? Ну, наверное, скорее всего, с сотрудниками своего института. Знаете, нет, я не настолько все-таки активен для того, чтобы вот, заниматься вот такими штуками. Ну, там на Майдан, допустим, ходил. А если вот те ваши ожидания, требования, которые вы сейчас озвучили, они не будут выполнены там в течение года, скажем, что вы будете делать? Два варианта. Либо попытаться выжить в тех условиях, которые сложатся в стране, либо попытаться найти другую страну, которая все-таки сможет обеспечить человеку жизнь. Конечно. Да я вообще считаю, что там все места куплены. Поэтому нет смысла, ну, смысл, конечно, есть голосовать, но просто там люди, которые надо, и все. Ну хорошо, просто... а что делать? Не знаю, я все равно считаю, я что нужно идти голосовать во власть, создав свою партию.